В Одессе огласили приговор воспитательнице лагеря «Виктория». В сентябре прошлого года, напомню, там произошел пожар, погибли трое детей. Наталья Цокур по документам отвечала за пожарную безопасность. Свою вину она признала полностью и получила 3 года условно с 2-летним испытательным сроком. Обвинение считает, что за трагедию должны отвечать также директор лагеря, экс-вице-мэр Одессы и 2 сотрудников райотдела службы по чрезвычайным ситуациям. По их делам суды еще продолжаются.